Лондонский международный арбитражный суд вынес решение в пользу инвестфонда «Баренвосток» в споре об опционе на акции Банка Восточный. В России основателя этого фонда Майкла Калви обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей. Он находится под арестом. Вот о значении сегодняшнего решения лондонского арбитража поговорим с нашим экономическим обозревателем Алексеем Калмыковым. Леш, приветствую тебя. Так вот, что же означает это решение лондонского международного арбитража? Ну, прежде всего, это спор за контроль над Банком Восточный. Сейчас он принадлежит фонду «Баренвосток», а 40% этого банка находится у Артема Аветисяна, сотоварища. И судьба этого контроля зависит от некоторых обстоятельств. Главный вопрос сейчас в том, кто будет определять эти обстоятельства. То есть фактически это спор о том, кто будет разрешать их старый спор. Фонд считает, что делать это нужно в Лондоне, как они договаривались изначально. А Аветисян не согласен с этим по двум причинам. Во-первых, с тех пор, как они договаривались после слияния двух банков, Юниаструм и Восточный, как мы помним, изменился российский закон. И теперь все решения лондонского арбитража, к сожалению, не признаются на территории Российской Федерации, поскольку он не утруждал себя получением обязательной аккредитации у правительства Российской Федерации. Да, но контракт был подписан с учетом того, что разрешаются споры в лондонском именно арбитраже. Конечно, там есть вторая еще составляющая. Собственно, Аветисян перевел свою компанию, через которую он и сотоварищи владеют 40% банка, Восточный, из Кипра в новую российскую офшорную зону на Дальнем Востоке. И теперь вот он судится в Благовещенске. Лондонский суд решил, что лондонский арбитраж именно. Тут надо важно начать арбитраж и суд. Лондонский арбитраж решил, что нет, судиться о главном вопросе в Благовещенске нельзя. А главный вопрос – это 10% опцион на акции Банка Восточный. Если он будет исполнен, то фактически тот контроль, который сейчас есть у фонда Калви, он перейдет к Аветисяну и его бизнес-партнерам. И это запрещено им делать в Благовещенске. Суд Благовещенский сейчас стоит на паузе, 1 апреля он будет возобновлен. Но есть и второй, еще второстепенный вопрос об увеличении капитала этого банка на 5 миллиардов рублей по требованию Центрального банка. Если это произойдет, то доля, если они будут принимать участие в допомиссии, доля этих акционеров уменьшится, и тогда даже опцион на 10% им не поможет, к сожалению. И вот этот вопрос в Благовещенске лондонский арбитраж разрешил рассматривать. Угу. То есть ситуация немножко запутанная. Да, запутанная. Я вот до конца не понимаю, как решение сегодняшнее в Лондоне может отразиться на судьбе Майкла Калви в России, поскольку вот ты говоришь, что какие-то вещи решает Лондон, какие-то вещи решаются в Москве, не в Москве, в Благовещенске, да, российские суды, условно говоря. Кто тут доминирует, чье решение является, там, я не знаю, судьбоносным, так сказать, для того же Майкла Калви? Понятно, что он сидит-то в России, а не в Лондоне. Ну, Калви сам считает свое заточение последствием этого самого корпоративного конфликта. С Аветисяном, да. Да, но новым витком борьбы за контроль над банком. А Аветисян и его партнеры, конечно, отрицают это и говорят, что расследование хищений, о которых они обвиняют Калви и фонд, не имеет никакого отношения к корпоративному спору. Теоретически, конечно, тяжба в Благовещенске, которая сейчас происходит, она затягивается в связи с решением лондонского арбитража. Но, опять же, только в том случае, если суд в Благовещенске примет эту резолюцию. Но последствия для Калви можно определить только в зависимости от того, какими глазами мы будем смотреть на это решение. Если глазами Аветисяна, то тогда ничего, в общем, не изменится. Если глазами Калви, который считает себя заложником в этой борьбе, то любое затягивание спора теоретически может продлить его пребывание за решеткой. А есть и третий вариант еще. Суд, лондонский арбитражный суд, разрешил Баренвосток и Калви, соответственно, судиться с Аветисяном, если он пойдет против решения арбитража и продолжит судиться в Благовещенске за те самые 10%. А судиться здесь, в Лондоне? Уже, да? В Лондоне, да, именно. Угу. Испугает Аветисяна перспективу уже более серьезной тяжбы именно в суде в Лондоне или нет, ну, это мы увидим в ближайшее время. Да, следим мы за судьбой Майкла Калви с таким пристальным интересом. Я думаю, что тут очень важно это упомянуть, поскольку, как считается, что и без того не очень привлекательный инвестиционный климат в России после этого дела может значительно-значительно ухудшиться. Поэтому те решения, которые принимаются и в Лондоне, и в Благовещенске, они будут иметь не только экономические, но и политические, безусловно, последствия для России.